Я за. Старый так добрый, я за. Какие есть на свете имена, сестры ты, свою больную мозг, и до сих пор она тебе видна. О, Йозеф, Йозеф, старый так добрый Йозеф, ты сосреди любимую мозоль. Зачем, чтоб наступали все, лучше, чтоб упали все, выстрелит лишь нож, ты изволь. Ах, с добрым утром, тетя Хая, ай-яй-яй, вот посылка из Шанхая, ай-яй-яй. А посылки три китайца, ай-яй-яй, тонты китайца красят яйца, ай-яй-яй, добрый молодец, тетя, ай-яй-яй, посылка из Шанхая, ай-яй-яй, папа посылки три китайца, ай-яй-яй, тонты китайца красят яйца, ай-яй-яй, я как-то встретил. Йозеф на рынке, на художественной культуре, он же песен мозолей покупал. Одной подержал сметану Йозеф на рынке, ну а другую мозол обнимал. Хотел я поздороваться с этим чином, улыбку сотворил и шляпу снял. Но Йозеф вдруг заметил, что ветер духаю, прирыл кормой и мимо прошагал. Злобным путаем тетя Хая, ай-яй-яй, а вам посылка из Шанхая, ай-яй-яй, а по-моему посылка три китайца, ай-яй-яй, вот три китайца красят яйца, ай-яй-яй, вау, злобным путаем тетя Хая, ай-яй-яй, посылка из Шанхая, ай-яй-яй, а посылка три китайца, ай-яй-яй, о, три китайца красят яйца, ай-яй-яй, так вот она какая, кто же хая, Йозеф, видно, с нею не в водах, ей кто-то шлет посылки из Шанхая, а Йозеф умирает в мозолях. Но скоро Йозеф будет сожжён лучшим мозолем, и кое-кому, и кое-кому намнёт бока. Йозеф вспомнит он тогда про тётю Хаю, и ей поставит ножку облака. С добрым утром, тетя Хая, ай-яй-яй, не слышу, вам посылка из Шанхая, ай-яй-яй, а папа посылки три китайца, ай-яй-яй, три китайца красят яйца, ай-яй-яй, с добрым утром. Ай-яй-яй, а вам посылка откуда? Ай-яй-яй, а посылка кто? Ай-яй-яй, это не тебя, чего они там красят? Ай-яй-яй, добрый путь, тетя Хая, ай-яй-яй, а вам посылка из Шанхая, ай-яй-яй, я посылка три китайца, ай-яй-яй, три китайца красят яйца, ай-яй-яй, добрый мудрый тетя, ай-яй-яй, а вам посылка из Шанхая, ай-яй-яй, посылка три китайца, ай-яй-яй.